Это Гагаринская площадь города Орска, один из тех районов, которые вчера еще были так солидно подтоплены. Здесь много жилых домов, в котором вчера пробирались на лодках спасатели для того, чтобы эвакуировать желающих. А сейчас, по утренним прогнозам, уровень воды именно здесь, в Орске, упал на 35 сантиметров. И это действительно видно даже визуально вот по этой дороге. Вчера там, где я сейчас хожу, в обуви по земле, здесь вчера была вода. И вот за моей спиной вездеход МЧС. У него будет сегодня спасательная такая миссия. Как раз таки и спасатели, и медики вместе с гуманитарной помощью будут объезжать адреса, где по-прежнему находятся люди, в основном это пенсионеры, которые отказываются эвакуироваться. И вот специалисты будут проверять состояние их здоровья, привезут с собой медикаменты, продукты питания, и в том числе, конечно, попытаются убедить эвакуироваться, потому что вода будет, даже если будет сходить в ближайшие дни, это все будет продолжаться очень медленно.